Я добежал в соседнюю деревушку, недалеко от ворожея. Тут как раз у нас и задание идет. Дальше Дикое Сердце. Поговорить с охотником нужно будет. Вот, там, если помните, по поводу его жены, что она где-то пропала, нужно ее найти. Вот. А, но сначала с кузнецом. Я тут уже продался. Но у него еще продается карта. Я ее не дай покупал посмотрю, пока. Кто есть. Может, что выберу. А, еще у него мечик хороший продается, вот такой. То есть он... Ну, он лучше моего только за счет того, что он нет, не поломанный. А так, мне есть смысл, наверное, мой починить. И будет плюс 27 к урону. Так, а карта, вот она. Вторая карта Адальберта Кермита. Еще у него продается вот такой чертеж, скеликский длинный меч. Но он по урону... Наверное, то есть... скеликский. Там же скелеги они называют. Скеликский, наверное, да. Да, наверное, скеликский длинный меч. Но как бы я не вижу смысла, он на 6 уровень, у нас как раз выпал хороший. Вот вопрос, починиться-то дорого чиниться. Офигеть. За 91. Жаба душит. Штаны за 50 можно починить. Ну, пока не буду, ладно. А, надо сначала карту почитать. Удачи. Нет? А я думал, всплывет, может. Вот она. Мест, отмеченных пиктограммой с головой кота, больше, чем мы предполагали. Все символы совпадают с образцом, найденным в подземелье храмового острова в Новиграде. Наношу расположение очередных символов. А, можно задание, наверное, сразу. Школа кота там же, да, была? Да, школа кота. 23-й. По-моему, у нас это было уже. Погоди-ка, дай-ка. Вот, только добавилось. Второй, да. Ну, можно его даже не смотреть, потому что он будет, скорее всего, где-то в том же уровне. Я думаю. И пошел смотреть. Да, 23-й. 23-й, 17-й, 23-й. Понятно, 29-й. У нас доспехи, вот только грифоны начинают с 11-го уровня, остальные все позже. Да. Ну, как-то так. Ладно, мы можем с ним в гвинт сыграть еще. Почему бы нет? Я сохранился? Не помню. Не желаешь сыграть в гвинт? Я не помню. Могу сразу сдаться. Так проще выйти. Не, я не могу выйти, только сдаться. Так а зачем зашел тогда, если уже спросил такой вслух? А я не мог там отменить уже ничего. Так, ну пиктуру можно выкинуть. Ах, знал бы, что еще одна пиктура будет. Начнем с самой крутой, наверное, карты. Почему? Не знаю, в гвинте обычно самый крутой сначала ходит. Странно. Ну, не всегда, но вот так вот. Можно вот этой сначала даже сходить. Если у него есть казнь, он сразу ее сольет. Ну, похоже, казни у него нет. Королевство Севера тоже колода, поэтому... Посмотри, кстати, какой бонус у него. А, ливень.
А, мгла. Мгла, не ливень. Мгла — это средняя линия. То есть, ну, можно попробовать ему даже отдать. Она вот на эту же карту не распространяется, кстати, никакой ливень, там ничего такое. Угу, да. Я думаю, до победного играть. Ах ты хитрый какой. А я могу забрать его и отдать ему обратно. Можешь. Только вот вопрос, нужно ли мне это? Да, потому что ты можешь потратить потом на своего медика. Да, медик-то это круто. А чучелка одна всего? Да. Давай вот так. Ой, он сейчас сдастся. Или пусть... Ну, я, наверное, сейчас сдаюсь, потому что у меня есть чем потом походить. Я могу резнуть вот этого, могу... Кстати, не знаю, могу ли я вот эту карту резнуть или нет, если она не подвержена воздействию других карт. Наверное, не могу, а может и могу. Но мне сейчас просто дальше ходить смысла нет совершенно. Учитывая, что он мне накидал тут столько всего. Хорошо, если еще накидает. Ха, 35-35. И еще накидает. Ну нормально, нормально. Правда, преимущества у нас не будет, он сейчас карту возьмет. Ну да, дополнительная карта. Противник спасовал. Ах ты гад. Он как будто знает, что у меня две карты есть хорошие сейчас, которые я могу выложить. Это, не знаю, он читерит, мне кажется. У него тоже медик. Круто. Ну, спешить не будем, посмотрим. Больше всего я казни боюсь. То есть я могу сейчас комбо сделать, но как оно получится? Ну да, нет ее. Кого нет? Этой, Филиппе. А. Мороз. У меня ясное небо есть. Да? Да. Давай, ходи. Одна карта у него осталась. Да, не могу я ее вытащить. Ну, понятно. Катапульту? Ну, катапульту, наверное. Либо в миле кого-то, но в миле мне некого. Шпион это... опять же вот. Ну, это только к нему кинуть. А смысл? Ну, если... У меня катапульту проще, наверное. Давай катапульту. Просто она же к потом нему добавит. Потом еще рогом подуешь на последнюю линию. Я ясное небо сделаю. Зачем на последнюю-то? А на какую? На первую, наверное. На первую? Ну, сейчас посмотрим. Может быть, на последнюю. Где выгоднее будет? А мы в любом случае уже выиграли, наверное. Хотя, не знаю. Ну, смотри, внизу у нас 19 получается, а здесь сколько они там дают-то? По 4, по-моему. То есть у них будет 8 плюс 8, 16. 32 мы получим с них. Ну да. Давай сдуем его, погода плохую. Ха-ха, тоже ясное небо.
Ну да, 32. Ну-ка, что ты нам дашь? Хотя, подожди, я снизу бы больше получил же. У меня там 19 получалось со всех карт. И на 2 умножаем. Ну да, 38. Ну да, это я что-то просчитался как-то. Что? Лекарь. Лекарь. Говенкар. Вот. Медик. Выберите одну из карт. Одну карту из вашего отбоя. А, ну понятно. Лекарь. Только у этих скайтейлей. Угу. Но он какой-то такой. Не очень. Нулевой. Почему такой слабенький-то? А, ну хорошо. Хорошо. Пойдем к охотнику. Да. Чиниться будем? Ну, наверное, пока не будем. Здрасте. Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Я ведьмак насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад. На рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Ни следа. Хм. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили? Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо. Попробую ее найти, но ничего не обещаю. Странно, что о награде вообще не поговорили. Да-да-да, только хотел сказать об этом. Ну, давай с остальными болтаем. А вы ведьмак, нам должно точно быть небес послано. Гленна. Здравствуй, ты Гленна? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Мясник в Велине — это роскошь. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? Я уж грешным делом подумала, что ее на мясо пустили. Почему-то мысль такая промелькнула. Не знаю, это странно. На самом деле я хотел поговорить про Ганну. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Ты не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Как-то на лучшую подругу она не тянет. Спасибо, будь здорова. Еще с самим кузнецом можем поболтать, да? Тетя, а придет сегодня тетя Ганя? Нет, не придет. А почему? Где она? Я бы знать. Угу.
Ну и меч. Мой тятя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Гану. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя, ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюкву, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Неллен не боится. Но так ведь он охотник. Тетя какая-то еще всплыла, да? Угу. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла. Я ее не видел. Подозрительно. Ага. Спасибо, будьте здоровы. Но там еще одна какая-то была. А видели? Какие у меня мускулы. А, то есть все, нас направили сразу туда, да? Ну, пойдем смотреть. Мама говорила, если я не буду слушаться, она меня пошлет на сладкую тропинку. А далеко вообще? Даже так. Тогда лучше на лошадке. Угу. Куда-нибудь, ну вот сюда, наверное. Давай, плотва. Нильгардской падалью смертью. Ага, приехали. Да. Волки. Причем много. 5 штук аж. Сон дракона, да? Сон дракона мне как-то вот не очень нравится. Не очень удобно, точнее, им пользоваться. Этими бомбочками вообще не очень удобно пользоваться. А сонным драконом так совсем. Ветер. Хотя можно выпить, кстати, отвар. Кусать будут много и часто. Махну забыл положить. У меня же есть. Здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе 2 раза постолько, сколько обещал Неллен. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллен примирился с этим. И начал жить заново. С тобой, что ли? Странная просьба.
Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллина, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Ой, конечно. Что-то как-то нет. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Конечно. Похоже, да, что-то тут не так. Глаз, видимо, на него положила. Угу. Очень может быть. Так, вот у нас тут что-то есть. Следы когтей очень глубокие. Собака? Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Это ж как она бежала за тобой? Ты-то на лошадке скакал. Она за тобой бежала, чтобы сказать тебе, что ты туда не хотел. Ну да. То же самое? Скорее всего, сделал не... Становится... Вон там я что-то видел. Подожди, где-то же только что я что-то видел. Вон оно. Запах разлагающегося тела. И повсюду кровь. Должно быть, это Ганна. Он буквально разорвал ее на куски. Точно волколак. Надо быть начеку. Волколак. Найти логово волколака. На дереве, что ли? Может, мы... Не, вряд ли на дереве. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Странно. Они же не живут на деревьях-то. Я думал, он просто когти точил. Зараза. Он забрался на дерево. Забрался таки. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Неужели мы ошиблись насчет тетки этой? Просто поведение ее очень странное. Да. Было. О. О. Клок шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. О. А, это он спрыгнул. Да, вот запах пошел. Да-да-да. Это он там или это лошадь наша? Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Что там за свет такой? Где? А вот домик, понятно. Это, по-моему, домик ворожея вообще. Или нет? Где мы территориально-то? Угу. К хижине к этой приближаемся. Помнишь? А, да, да, да. Помню. Похоже на охотничью стоянку. Там медведь, наверное, бегает. Да, медведь.
Погоди, а почему там красное светится? Он спит. Он агрессивный. А, ну да, они же тоже. Да-да-да. Все, забываешь, что здесь. Ты... Вроде красный подсвечник. Посмотри, что это там лежит-то. Я не могу. А, понятно. Тоже, наверное, похоже, одежда. Дождь собирается. Ну, одежда, видимо, да. Заметки. Интересно, кто их писал. Загадочные записки. Я тот, кто я есть. Этого я изменить не в силах. Рубахи, сотканные из собачьей петрушки, и эликсиры из слез девственницы помогают в бабушкиных сказках. Но мне они не помогут. Пора с этим смириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы приходят и уходят. Я прихожу в себя с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню. Может быть, оно и к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука – это одно. Рвать ее клыками и когтями. Но здесь, глубоко в лесной чаще, я не причиню вреда людям. Милостивая Мелители, береги заблудшихся в этом лесу. Это муж, что ли, у нее такой? Красавец. Да не муж. Это кто-то другой. Она, похоже, тут кому-то ходила. Ну... Понятно тогда, что если не может, то кому-то ходила. И что, он даже не видел, что она в лес ходит на свиданки? Муж? Ну да. Обиделся груш? Ну, видимо, не видел. Она, видишь, такая веселая, вся послушная. Видимо, подозрений никаких не было. Да. Ну, я и хотел сказать, что если это муж, то они же вроде в деревне живут. В чем тут этот дом тогда? Ну да. Именно что. Поэтому я и думаю, что это не муж. Кровь едва высохла. Вот. И его сюда притащили. Ты меня просто опередил. Откуда? В рассуждениях. Его сюда притащили? Кого его? Медведь. Ой, медведь. Несется. Я не хочу с тобой пока. Что, выпить кошку? Ну, пока вроде видно, хорошо все. Это тебе хорошо, мне плохо. Теперь тебе лучше видно. Вот и волки. Да. Так, во-первых, против зверей. Во-вторых, кошку. Кстати, ну-ка. Вампиры и трупоеды получают отравление, когда ранят ведьмак. А, вампиры и трупоеды. О, против трупоедов можно было бы пить черную кровь, кстати. Угу. А я против зверей, наоборот, подумал. А против зверей как раз смысла-то и нет. А, вон и сам волколак, слушай. Его-то убивать не хотелось бы. Ну, то есть, может быть, он не виноват. Что вот мне с ним делать? Убить? Ну, у тебя пока выбора нет. Возможно. А может, мы что-то не досмотрели? Раньше сюда пришли. Ну да. Ой. Что там за следы снаружи были? Я сохранился. Если мы сейчас его просто убьем, то есть никакой катсцен не будет, то попробуем, наверное, загрузиться. Ух ты! Герб такой ругается. Ты чего так больно-то бьешь? Придется Квен использовать.
отхиливается. Ага. А он на постоянной основе отхиливается или когда тебя бьет именно? По-моему, на постоянной. Ай. Просто его, получается, постоянно бить надо, чтобы перебить отхил. Ну да. Ой-ой-ой, здоровья мало. Да. Ай, ладно, короче, придется сейчас по-другому сделать. Так драться невозможно. Давай-ка выпьем белый мед. Сразу кошку. А Петре, наверное, можно. Да тоже можно выпить. Вот так, по ХП у нас теперь все хорошо. Ах ты гад. Душный товарищ-то. А каким мечом я его бью, мне вот интересно. У нас вроде была же запись против... на волколака. Нет, по-моему, не было. О, кстати, мы про них даже не читали. Но я сейчас зачитывать, наверное, не буду. Против магических тварей на Гаргуле все-таки и Квен. Угу. И гончая дикая охота тоже у нас против магической твари. Угу. Двемеритовая бомба, но у нас их нет. О, смотри, волколак это проклятое считается. Проклятие, потому что понятно. Да-да-да, и игня. Вот оно. Опа. Иди сюда. Так, смотри-ка, забил я его или нет? Нет! Перестань! Не трогай его! Ага. Ну-ка давай, что здесь происходит? Кажется, нам надо поговорить. Это Мелин! Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь! Я его люблю! Он почти уже был мой, и тут объявился ты. Уходи, оставь нас. Стоп, то есть все-таки это Неллен, муж ее? А как так получается, что он там и тут жил? Я что-то не улавливаю. Ну, странно, да. Ну, рассказывай дальше. Я так понимаю, она... Ну, да, сестру она... свою ему отдала на растерзание. Ну да, видимо. Привела, когда он был в обличии. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты... Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя, и мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус
человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Я не знаю. Больше никого не убьешь. Да блин, за меня выбрали. Нет, не трогай его. Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги. Мне не нравится этот выбор. Но ему, и отдавать ее ему я тоже не хочу, просто так. Так, ну он сейчас ее убил, а потом еще кого-нибудь убьет. Может, мы можем его проклятие снять? Может быть. Там-то и дело, что может быть. Ну давай сейчас закончим квест, посмотрим. Ну то есть, доделаешь-то. Ты а что, все плохо закончится? Мы ей никак не отомстим. Хотя это не наше дело. Как бы. Я думаю, я сейчас загружусь и попробуем еще раз просто. Ну просто как минимум посмотреть концовку, раз уж так получилось. Ну давай, ладно. Терпи. Жаль, что все так кончилось. Все, то есть вот так вот задание завершилось, да? Ключ Неллина. Это мы сможем забрать там в сундуке, я так понимаю, сверху. Нет, давай мы другой вариант посмотрим. Давай. Ай. Так, хорошо. Погнали. Что, драться расхотелось? Кстати, вот интересно, что у боссов не показывают, когда они атакуют. Когда будут атаковать, то есть. Так, где у меня Рафар белый? Вот он. Вампиры, трупоеды. Он трупоедом у нас не считается, кстати, зелье. Ой, проклятое, да. Сколько у меня там токсичности? 84. 99. А, это вот он когда вот так воет, начинает второй восстанавливать. Ну да. Кажется, нам надо поговорить. Это Неллин. Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты
знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Вот я тоже не верю. Я тоже не верю. Это ваши дела. Я не буду вмешиваться, но если еще раз тебя увижу, убью. Нет! Пощади! Ты родную сестру не пощадила. Я говорил, что убью тебя. Я помню. Давай, убивай! В следующий раз, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай свои дела других. Возьми вожжи и повесься на них. Я всегда был трусом. Сделай это, прошу тебя! Ну, понятно. Ну, я прям даже не знаю, какая концовка, конечно. И ни та, ни та мне не нравится. Я не понимаю, почему мы не пытались даже разобраться. Сзади еще один. Ну что, не знаю, возможно, есть смысл эту оставить. Кого? Концовку. А, ну в смысле, понятно. Не, я думаю, я... Не знаю, у меня нет настроения переигрывать. Потому что она тоже очень сильно виновата. Я не считаю, что она... Я не думаю, что она сделала. Не хотела ее убивать. По крайней мере, мне кажется, она сама себе врала. Хотела так вот... Ну, вдруг что случится к лучшему, там, я не виновата. Ну да. Еще лучше. Ты же слышал, как она сказала, что он уже почти был мой? Да, 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 именно что. Оп. Все, я обоих забил? Да. О, сало. Ну, то есть я чего не понимаю, так это почему... Кстати, в этот раз с него лута не было. Сало, кстати, упало зато. Да, вот сало упало. А лута с него не было. Почему так? Там мутаген какой-то у нас упал в прошлый раз. Ладно, это не смертельно, я думаю. Почему мы не стали разбираться в Лукалака, по-моему? Да, может быть, мы даже бы смогли бы какое-нибудь это... Редкое зелье сделать. Изготовить отвар, да. Странно. Может, он не падает при таком... Вот он. ...разрешении. Бег, ускорение и прыжки вне боя не снижают энергию. Ну, полезно, когда мы делами занимаемся в деревнях всяких. Но при этом можно и без него пережить. Да. Короче, я не понял, почему мы даже не попытались его излечить, снять проклятие там, разобраться в ситуации, ну, честно говоря. Ты же помнишь, мы когда в прошлый раз снимали... Там только сила любви и так далее, и так далее. Там Петрушку он ту же самую собачью советовал. Ну да. А это написал. А тут любви-то уже никакой нет, получается. Почему убили. Нет? Ну, убили ее. Нет, но я не об этом, о том, что все-таки они же любили друг друга, получается. Ну да. Ну, в том плане, что мы-то не сможем их уже соединить никак. Естественно, да. Так что, ну ладно, пусть будет так.